После трагедии, произошедшей в рижском микрорайоне Золитуда, в результате обрушения здания магазина «Максима», заявление на получение услуг социальной реабилитации подали 750 человек. Свидетельствуют данные Министерства благосостояния Латвии. В числе получателей, оплаченной государством реабилитации, 64 пострадавших в результате золитудской трагедии, 121 близкий пострадавших, 147 близких погибших и 418 ликвидаторов последствий обрушения и оказывавших помощь людям. Во вторник правительство рассмотрит просьбу Минблага выделить на их социальную реабилитацию дополнительно более 3000 евро. Между тем, сегодня на свое заседание соберется парламентская комиссия по расследованию трагедии в рижском микрорайоне. На заседание приглашен генеральный прокурор Эрик Калмейерс и представители Министерства экономики.